Всем привет! В этом видео я расскажу вам об акции, которая сейчас проходит на моем канале. У меня сейчас проходит розыгрыш. Совместный проект благотворительного фонда Константина Хабенского, портал StreamPub, ну и, собственно, нас с вами, меня, моих зрителей. Давайте вам по порядку расскажу об участниках и то, что, собственно, делают. Значит, с одной стороны, у нас есть благотворительный фонд Константина Хабенского. Если вдруг кто-то не знает, кто это такой, то это наш здоровский российский актер. Среди прочего, он сыграл, например, Антона Городецкого в «Ночном дозоре». Ну, я уверен, что большинство людей знает, кто это такой, как актер. Ну, возможно, мало кто знает, что он параллельно, помимо того, занимается очень активно благотворительной деятельностью, и он не из тех, кто наживается на этой вечно актуальной теме. Он действительно, реально, на самом деле помогает людям, в том числе и за свой счет. Если вам интересно, вы можете погуглить Константин Хабенский и его благотворительность, и вы увидите, что это человек самых высоких моральных качеств, и что он заслуживает всяческой поддержки, одобрения. И когда я узнал, собственно, что поддержку фонда, собственно, вся эта движуха, я с удовольствием согласился. Согласился поучаствовать и, ну, какое-то доброе дело сделать. Вот, соответственно, фонд Константина Хабенского будет получать деньги в зависимости от нашей с вами активности. Не только нас с вами, но и нас с вами в том числе. Вот. Второй участник этой акции — это портал StreamPub.net. Это стримерский портал, он, в общем-то, много чем занимается, но в данном конкретном случае он предоставляет, во-первых, деньги для фонда Константина Хабенского, а во-вторых, он предоставляет призы для нашего с вами розыгрыша. Потому что, ну, я по собственному опыту знаю, что если ничем не привлечь, то наши с вами ленивые задницы от дивана не оторвутся и ничего не сделают. Вот, и, соответственно, третьи участники — это мы с вами, то есть я как стример, и вы как моя аудитория. Я информирую вас об акции, чтобы вы в ней участвовали. Вот, а, соответственно, для чего это нужно вам? Ну, с одной стороны, вы можете сделать доброе дело, как бы акция состоит из двух частей, можно так сказать. Вот часть номер один, размещая в социальных сетях фотографии и видео с хэштегами «Чищу зубы помогаю» или «Gamerscare». Давайте я вообще вначале покажу, где это все находится. Вот есть адрес streampub.net/gnomi. Я еще размещу ссылку в описании канала, ну вот еще streampub.net/gnomi. По этому адресу вы найдете примерно такую страницу. Соответственно, размещая в социальных сетях каких-то там ВКонтакте или в других фотографий и видео с хэштегами «Чищу зубы помогаю» и «Gamerscare», вы с этого не получите вообще ничего, это никак не влияет на ваши выигрыши, вы ничего не получите, но за каждую такую фотографию или ролик с этими хэштегами в фонд Константина Хабенского будет перечислено по 10 рублей за каждую, соответственно, пост. Таким образом, мы с вами совершенно бесплатно, ничего не делая, можем пополнить этот благотворительный фонд. Конечно, я вас не призываю свои деньги отправлять туда. Если кто-то из вас хочет, это, конечно, очень здорово, но это ваше дело добровольное. Но можно сделать совершенно бесплатно. Таким образом, вот. И, соответственно, вторая часть акции – это, соответственно, розыгрыш. Что нам предлагают для розыгрыша? Призы нам предоставляет портал streampub.net, и призы довольно крутые, надо сказать. Значит, призы – это 5 наборов по 60 паков, по 60 бустеров Хардстоуна. Если вдруг кто не в курсе, один набор 60 паков в Хардстоуне стоит 3500 рублей. То есть 5 паков суммарно призовой фонд составляет это 17500 рублей. Вот когда выходит какой-то новый сет, да, все там социальные сети, и стримеры, блогеры начинают сразу розыгрыши делать. Мы разыграем один комплект, мы разыграем два комплекта. Но я ни разу не припомню, чтобы кто-то разыгрывал 5 наборов по 60 паков. Это реально очень крутой розыгрыш. На моей памяти это вообще самый крутой в СНГ ХС-комьюнити. Ни разу не помню, чтобы сразу такую кучу кто-то разыгрывал. Вот, соответственно, портал StreamPub нам предоставляет эти призы, чтобы мы во всем этом поучаствовали, за что им большое спасибо. Вот. Значит, на сайте, который адрес уже показывает, папочка на гнуме, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше и попытаться выиграть эти бустеры? Ну, во-первых, я уже авторизовался, не смогу вам показать, но зайдя на сайт, вы сможете кликнуть по иконке Твича, ВКонтакта, Ютуба или какой-то другой социальной сети и авторизоваться. После этого вам нужно будет нажать на кнопку «Поучаствовать в розыгрыше». Изначально, здесь у вас изначально равны шансы на победу с другими участниками, такими же только что зарегистрировавшимися. Но розыгрыш проводится по системе квестов. Выполняя коротенькие квесты, вы можете повышать свои шансы на выигрыш. Я ни хрена не делал, потому что я не собираюсь, собственно, ничего не выигрывать. Мне кажется, очень странно, если организатор вдруг выиграет. Это довольно стрёмно. Поэтому, если я вдруг случайно выпаду, я себя дальше перемотаю. Не хочу быть победителем. Но, соответственно, если вы хотите повысить ваши шансы, это можно сделать с помощью коротеньких квестов. Посмотреть на них можно здесь.
например, подписаться на мою группу ВКонтакте, да, это добавит вам шанс, ну, шанс на победу. Вот здесь есть определенные баллы, которые называются лак, удача, вы набираете баллы. Изначально у вас две удачи, подписывайтесь на мой канал, плюс удача, подписывайтесь на канал платно, удачи. Опубликуйте видео с хэштегом, который указал 150 удачи, ну и так далее, квестов довольно много. Посмотрел видос он по ссылке, 25 удачи, еще видос, еще 25 удачи, репостнул 20 удачи. Если вы выполняете все эти квесты, ну или не все, вы повышаете ваши шансы на победу. Конечно, даже если вы сделаете все, гарантию не получите, потому что участников будет довольно много, а наборов всего 5. Ну как всего 5? 5 наборов, это немало на самом деле. Вот, но чем больше делаете, тем больше у вас шансов победить. И, соответственно, как только наберется 10 тысяч участников, сейчас их 2512. Когда наберется 10 тысяч участников, я на ближайшем стриме, прямо онлайн, сделаю розыгрыш, и мы определим пятерых победителей, друзья. Таким образом, мы раздадим 5 наборов с бустерами. Вот. Ну что я вам еще рассказал? Да вроде бы все рассказал, друзья. Вроде бы все разыграл. Рассказал. Ну ладно, если что-то забыл, то допишу в комментариях. Соответственно, вот он еще раз адрес, где во всем этом можно участвовать. streampub.net/gnome. Можно как бы и поживиться бустерами, и сделать доброе дело, довольно лечь спать, друзья. Все, если у вас есть какие-то отзывы, пожелания, замечания, оставляйте их в комментариях, подписывайтесь на канал, и удачи вам, если вы будете участвовать. Всем пока.